поражает подводные цели, диверсионы, водолазом. Предельная глубина, предельная максимальная дистанция полета гранаты 50 метров до 500, глубины малая 10, взрыва большая 30 метров. А как взводится? Пожалуй, нежелательно взводить. У него есть определенный... Это подводный пистолет? Да, это СПП. Это СПП? Специальный подводный пистолет. Сколько обойма? Патронов? На 4 патрона. А, 4 патрона? Да, 4 патрона. 4 ствола сразу заряжаются. И дальность какая? Дальность на глубине 5 метров это 30 метров. На глубине... Это поражающее, да? Да, поражающее. На глубине 40 метров это 5 метров. Ну и то. На предохранителе лучше. На предохранителе? Да, сейчас. А, вот сейчас. А вот это откидывается, как этот... Мы вот ставим на заряжание. Это у нас многоствольный реактивный гранатомет. МРГ-1. Стреляет гранаты. То есть в рукоятке патронов нету, да? Не досылается ничего? Нет. С любой МРГ. Можно под водой 4 достаточно. Ну, плюс еще есть запасные магазины, поэтому не хватает. А калибр какой? 4,5 миллиметра. А в этом? 5,66. 5,66? Какие-то специальные патроны, да? Автомат АПС. Автомат подводный специальный, оборудован складным прикладом, магазином на 26 патронов. Патроны со спецпулей. Обычная гильза автоматная. Но это патрон, спецпатрон. А нету патронов показать, да? Нету патронов. Все патроны находятся в пункте боепитания. Не, ну может быть какие-то холостые? Нет. Позволяет, ну, получим, стрелять на глубинах до 40 метров. На глубине 40 метров дистанция стрельбы составляет 10 метров. На глубине 5 метров дистанция стрельбы составляет 30 метров. Позволяет, получим, стрелять как одиночными, так и автоматическими. На воздухе убойная сила сохраняется на дистанции до 100 метров. Но прицельная стрельба составляет всего-навсего, получим, 30 метров. Потому что ствол гладкоствольный, как здесь, так и там. И пуля летит нестабилизированно. Скорострельность составляет 600 выстрелов. Темп стрельбы 100 выстрелов. Если вам это о чем-то говорит, скорострельность, это если бы у нас был бы бесконечный магазин и одна минута, то мы бы за одну минуту одним спуском бы спустили бы 600 патронов. Но так как у нас магазины не бесконечные... 10 в секунду? Да. Так как у нас магазины не бесконечные, а всего-навсего 26 патронов, то у нас есть такое понятие, как темп стрельбы. Темп стрельбы – это за сколько получается водолаз... Нет, это автоматически. За сколько водолаз успеет отсоединить магазина, ну, из спуска. Подсоединить, сделать. Да. Да, итого это 100 патронов за Но минуту. Это подводные пловцы, чисто диверсанты, да? Да. А где готовят у нас? Майские. А, под Очаковым? Да. Я был на нем. Еще советские времена. Да, так, сейчас скажу. 50-летие советской армии как раз. Мы приплыли туда. Набрали кучу водки. Нас это всю водку отобрали на берегу. И выбросили спец. И до сих пор готовят там, да? Там бригада морской спецназ был. Или ОСНАЗ. Не помню. Ну, там сейчас у нас, короче, ну, диверсанты. Пистолет, который под водой стреляет, а вот автомат, который под водой стреляет. А вы были там? Один раз. Есть там еще кусок фок-мачты с Потемкиным? Не готов доложить. Ну, я так как бы не сильно. Мы туда съели. Ну, он же малюсенький, а там же все это. И там есть и музей. Я там был не по... Нельзя. Погулять, а поэтому... Я понял. А можно отстегнуть из магазина? Да, можно. Да, кусок фок-мачты был с Потемкиным. Он такой высотой метра 3 такой. Я там остался, не знаю. Знакомый сложно, надо будет уточнить. Казематы классные, там такие эти самые кирпичные, метры по 3, по 5 эти вот. Вообще такая старинная кладка. Смысл в том, что это подводные.